Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы «События». В студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Масштабный и амбициозный проект. У села Климовка на правом берегу Волги начались подготовительные работы к возведению моста. Рос не по годам, а по месяцам. Когда в Волгаре завершится строительство нового детского сада? От фото до моделей самолетов. В поселке Береза открыли музей гражданской авиации. Самым обсуждаемым событием минувшей недели стала большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась больше 4 часов. Президент пообщался с журналистами в 15-й раз. По количеству аккредитовавшихся журналистов побит рекорд прошлого года. Задать вопрос президенту приехали 1895 участников. Прозвучал вопрос и от самарских журналистов. Речь шла о строительстве моста у Климовки. Пресс-конференцию президента транслировали во всех библиотеках нового поколения, в том числе и в Самаре. Елена Малютина записала тезисы. Каждый год на большую пресс-конференцию главы государства приезжает все больше представителей СМИ. И этот год не только не стал исключением, но и побил предыдущие рекорды. И впервые за много лет самарским корреспондентам тоже удалось задать вопрос. Он касался строительства Климовского моста через Волгу. Журналиста волновало, как это отразится на межгосударственном сотрудничестве. Президент ответил наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что у нас с нашими, в прямом смысле этого слова, братскими республиками бывшего Советского Союза, сегодня с независимыми государствами, товарооборот самый большой, и развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому мы, я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать. В том числе это касается вот тех мостовых сооружений, о которых вы упомянули. Волновало журналистов и что думает президент по поводу 31 декабря. Сделать выходным днем или все же оставить рабочим? Что касается выходного 31-го, то, в принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. Я с аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен. Но это лежит на поверхности. Но как это сделать? И можно ли, и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что... о том, что 31-го они объявляют нерабочим. Но на самом деле я могу только поприветствовать, если они сочли это возможным. Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже рекомендовал работодателям сделать выходным 31-е, при условии, что это не повредит трудовому процессу. С журналистами глава государства говорил об экономическом росте и нацпроектах, о здравоохранении и газовом вопросе с Украиной, о реформе мусорной отрасли, о борьбе с терроризмом и о том, нужна ли России новая конституция. Президент считает, не нужна. При этом президент понимает логику тех, кто предлагает внести изменения в основной закон, касающийся, например, расширения прав парламента. Пресс-конференцию Владимира Путина на этот раз можно было посмотреть на большом экране. В Самаре организовали трансляцию на более чем 10 точках, в том числе и в библиотеке нового поколения на Николая Панова. В зале собралось немало людей, и у всех пришедших были свои вопросы к главе государства. Я жду, как всегда, искреннего общения, потому что, на мой взгляд, официальное общение – это официальное общение. А когда у нас идут ответы на живые вопросы, потому что очевидно, что журналисты и представители СМИ, которые сейчас присутствуют в Москве, они озвучены более актуальные для жителей вот той локации. Очевидно, что многие проекты, они рассматривают глубокие вопросы и глубокие ответы. Но при этом мне все-таки кажется, что необходимо коррективы вносить по итогам прошедшего года, 19-го, как первого года реализации нацпроекта. Я знаю, что в прошедшем году, весь этот год, очень поддерживали направление культуры, в том числе муниципальные библиотеки. Мы находимся просто в удивительном месте, которое совсем недавно обновили. Тут буквально месяц назад было крупное открытие. И хотелось бы узнать, будут ли остальные библиотеки именно нашего города все-таки
подтягиваться до этого уровня. Хочу выразить благодарность. Именно благодаря указу президента открываются все новые и новые модельные библиотеки. Мое пожелание, чтобы таких библиотек открывалось как можно больше в городах и селах. В этом году президент не стал побивать рекорд, установленный в 2008-м. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. На этот раз она шла немного меньше. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Строительную площадку моста у Климовки, который станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай, посетила наша съемочная группа. Об особенностях нового объекта репортаж Андрея Горгуленко. Отсюда кажется, что до левого берега Волги подать рукой. Но между берегами 4 километра. Именно в этом месте и будет построен мост, соединяющий Тольятти и Климовку. Помимо мостового перехода будут построены подъездные пути. Общая длина участка составит 102 километра. По проекту автомобильная дорога будет иметь 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Строительством будут заниматься ведущие специалисты страны, которые строили и Крымский мост. На совещании с губернатором Дмитрием Азаровым мостостроители отметили, что самарская конструкция имеет 2 уникальных момента. Во-первых, из 25 пролетов длина 24 превышает 100 метров. Во-вторых, если при строительстве Крымского моста максимальная глубина водоема не превышала 12 метров, то здесь 36. Мы делаем сейчас такой проект, который бы не допустил никаких там, значит, отклонений, нарушений, специальных там согласований и прочее. То есть это настолько выверенные конструкции, настолько уже отработанные решения, чтобы как можно быстрее, значит, без каких-то задержек сделать этот объект. Мост через Волгу станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны Тольятти, технопарка в сфере высоких технологий Жигулевская долина, АвтоВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. Самарская область насыщена объектами инфраструктурными. Это газопроводы высокого давления, линии электропередач и так далее, и так далее. Все это максимально учтено при проектировании. Но все это создает дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самой трассы, ну и, конечно, строительство мостового перехода. Строительство моста начнется весной, а сейчас на обоих берегах Волги рабочие обустраивают подъездные пути, готовят причал для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут 2 рабочих города на 1000 человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В Волгаре заканчивают строительство нового детского сада на 215 мест. Работать начали в середине октября. Сейчас строительство завершено на 80%. Качество работ оценила наша съемочная группа. Вот так, стахановскими темпами у нового детского сада в Волгаре появились стены. Сейчас рабочие уже приступили ко внутренней отделке. Возводить здание начали 2 месяца назад. Сейчас выполнено уже 80% работ. Одновременно со строительством и монтажом идут работы по облагораживанию прилегающей территории. Лично убедиться, что все идет по плану, на стройку приехала глава Самары Елена Лапушкина вместе с представителями профильных департаментов и подрядчиками. Вот это все, видите? Вот это все, что вы видите, блин, за 3,5-4 дня. В новом детском саду будет сразу 3 ясельные группы, посещать которые смогут 60 малышей. Всего же в новые яркие стены примут больше 200 детей. Работы идут с опережением графика. На финальном этапе прокладка коммуникаций. Закупается мебель. Проведена и запущена в работу система отопления. С нетерпением ждем. Дети ждут, родители волнуются, переживают, тоже ждут открытия детского сада. Малышей у нас очень много. На территории сада заканчивают установку игровых площадок, завершается укладка асфальта. Для комфорта маломобильных граждан предусмотрено специальное оборудование и лифты. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов. События. 38 новых машин закуплены для больниц региона. Ключи водителям вручил губернатор Дмитрий Азаров. О преимуществах новых автомобилей расскажет Анатолий Головко. Новые автомобили оснащены по последнему слову техники. Здесь могут помочь даже тем пациентам, у которых остановилось сердце. Для этого в машине присутствует дефибриллятор. Помимо дефибриллятора в салоне есть все самое необходимое. Здесь можно сделать ЭКГ и подключить больного к вентиляции легких. Врачи уже оценили преимущества новых машин.
В этом автомобиле можно оказать помощь любому пациенту, остро нуждающимся, также которые там после ДТП с инсультами, с инфарктами. Автомобили пришлись по душе и водителям. По их словам, в каждом салоне есть кондиционер и система отопления. Кроме того, машины обладают повышенной проходимостью, что особенно важно для отдаленных уголков региона. Ну, начинали мы на РАФах работать, были машины неплохие, но сейчас более современные и проходимые машины. Представители региональных больниц получили ключи от новых автомобилей из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поблагодарил врачей за добросовестную работу и кропотливый труд. Мы точно не обойдемся без вас, без тех врачей, которые на передовой. Потому что именно врач скорой медицинской помощи первым на помощь приходит. И неважно, где она требуется, на магистралях автомобильных, на наших водных объектах или дома. После торжественной церемонии экипажи разъехались по своим участкам. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. В Самару поступили новые мусорные контейнеры, всего 2020 штук. Их закупили в рамках соглашения между администрацией города и Министерством ЖКХ 63-го региона. Мэр Елчан оценила новинку. На смену старым мусорным контейнерам придут новые. Все они практически в эксплуатации, сделаны из экологически чистого пластика, а также оснащены вот такими удобными открывающимися крышками. Свыше 2000 мусорных контейнеров. За последние 10 лет это самая большая партия баков, которую закупили для города. В Самару контейнеры приходят в разобранном состоянии. Сейчас 6 рабочих прикручивают колеса и крышки в специальном ангаре. Это на самом деле на текущий момент самые современные контейнеры. Требования к контейнерам подбираются к той технике, которая ее обслуживает. Это новые мусоровозы с задней загрузкой. Как правило, все операторы по перевозке отходов переведены на такой спецавтотранспорт. Городские власти всерьез занялись благоустройством контейнерных площадок. Жители Самары перемены во внешнем облике города замечают и считают, что на достигнутом не стоит останавливаться. Ну, если контейнеры, конечно, там треснутые, там разбитые, туда-сюда, их надо, конечно, менять. А в основном хорошие контейнеры. До конца года мусорные баки появятся на 125 новых и 232 отремонтированных контейнерных площадках. А уже в ближайшие дни в город прибудут и 50 новых бункеров-накопителей. Объем каждого 8 кубометров. Мария Елчан, Дмитрий Мешканцов. События. Крылья Самары. В поселке Береза по соседству с аэропортом Курумыч в местной школе открылся музей гражданской авиации. В экспозиции тысячи экспонатов, многие раритетные. На первой экскурсии побывал Сергей Кизоркин. Константин Половнев и не мечтал о покорении неба. Но на заводе, где он работал, его отправили в аэроклуб на курсы летчиков. Потом было училище гражданской авиации. Затем 40 лет крутил штурвал пассажирских самолетов. Начинал с внутренних самарских авиалиний. Ушел на пенсию уже пилотом-международником. Константин Половнев признается, сейчас в свои почти 80 лет продолжает летать, как пилот, но только во сне. Знаете как? Летаю, это можно сказать, да, но почему-то вот, ну, как сказать, или запоминаются так, какие-то немножко тяжелые, что было, приснится, радостно, не больно, может, их не запоминаешь так, да, вот, а эти встанешь, фу, ага. Первый в Самаре, второй в России музей гражданской авиации открылся в поселке Береза, рядом с аэропортом Курумыч. Обширная экспозиция находится в 164-й школе. Сотрудники музея в поисках экспонатов обошли всех местных жителей. Почти все они связаны с гражданской авиацией. Пилоты самолетов, стюардессы, механики, диспетчеры. Экскурсоводом работает тоже бывшая стюардесса. Сейчас местная учительница. Двери школьного музея в поселке Береза открыты всю неделю, кроме воскресенья. Это создавалось для жителей поселка, правильно? Которые 90% работали, я уточняю, работали, не сейчас, работали на аэропорт Курумыча. Поэтому для них, для наших ветеранов, для наших детей, для подрастающего поколения показать и всю историю, и в документах, и в фотографиях. Первые гости музея – ветераны авиационной отрасли, городские депутаты и руководство городского департамента образования. От увиденной экспозиции они были в восторге. Признаются, такой музей мотивирует выбрать профессию летчика или стюардессы.
Конечно, дети, чьи родители и вся их работа связана с судьбой с небом, но я думаю, должны продолжать делать своих родителей. И ранняя профориентация им только поможет в этой жизни выбрать правильное и высшее учебное заведение, и учебное заведение профессиональное. И если даже кто-то не выберет высшее учебное заведение, все равно он пойдет работать в наш любимый аэропорт Урумчи. Путешествие во времени начинается в музее с первых шагов. Посетители оказываются сначала в зале ожидания аэровокзала, затем в салоне самолета 60-х годов. После импровизированного полета с пилотом и стюардессой пассажиры попадают на экскурсию в зал основной экспозиции. Здесь сотни раритетных вещей и ни одной реплики, то есть точных копий старинных предметов. После рейса пилоты самолетов и стюардессы возвращались домой в поселок Береза. В местном школьном музее воссоздана комната 70-х годов прошлого века. Здесь все настоящее, начиная от мебели, библиотеки, посуды, торшера и телефона. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. От хищных рыб до дружелюбных черепах. В Самаре открылся крупнейший океанариум в Поволжье. Посетители смогут увидеть здесь более 4000 морских и речных обитателей. Первыми гостями океанариума стали самарские журналисты. В подводный мир погрузился и Андрей Горгуленко. Эти хищные пираньи могут за несколько минут съесть небольшого бычка. Голодные рыбки – одни из многочисленных обитателей нового самарского океанариума. Более 4000 рыб речных и морских, животных и даже птиц уютно расположились в просторных вольерах и аквариумах. Общий объем воды здесь 800 тысяч литров. Для ветеринаров, аквариумистов и зоотехников обслуживать такой объем задача не из легких. Но, признается главный ихтиолог Людмила Хананова, работать с таким разнообразием живых существ – огромное удовольствие. Это животные со своим характером, со своим поведением, со своими привычками, к которым надо найти подход, с ними надо работать именно, как с личностями, их надо дрессировать. В океанариуме установлен самый длинный в Европе аквариум с единой биологической системой, где содержатся экзотические рыбы Северной и Южной Америки. Только здесь в единственном экземпляре в России представлены азиатская аравана, американская аравана-альбинос и индийский нож-альбинос. Отдельный вольер отдан нильским крокодилам. К ним можно подобраться неприлично близко с помощью специальных смотровых площадок за прочным стеклом. Самая интересная комната – это, конечно же, аквариум с акулами, где хищники плавают даже над головами посетителей. Но акулята пока совсем маленькие, но через год они вырастут в размерах до 1,5 метра. Среди обитателей не хватает только пингвинов Гумбольдта. Они уже в пути из берлинского зоопарка в Самару. Их ждут просторные вольеры с природой Южного полюса. Не только для пингвинов, но и для всех остальных животных подготовили условия, максимально приближенные к естественным. Создание таких крупных аквариумов с морской водой вдали от моря – одна из особенностей Самарского океанариума. Крупные океанариумы, они строятся там где-то там около океана, около моря. Да, это просто, это легко, это взял морскую воду и залил, да. Мы создали здесь уникальную экосистему, мы создали свою лабораторию, которая производит идентичную воду, необходимую для содержания рыб, как пресноводной, так и морской. Работать океанариум будет со вторника по воскресенье. В понедельник у рыб и животных банный день. Сотрудники будут чистить аквариумы и проверять оборудование. Время работы с 9 утра до 9 вечера. Сейчас готовят для гостей и лекционную программу. Скоро начнут проводить и бесплатные экскурсии для воспитанников детских домов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Уникальный рояль производства знаменитой немецкой фирмы приобрели для Самарской филармонии. Такие инструменты – стандарт для престижных концертных площадок России. На них играют самые талантливые пианисты мира. Звучание нового рояля оценил наш корреспондент. Нет больше радости для музыкантов, чем признание публики и новый уникальный инструмент. Это первые звуки нового рояля в Самарской филармонии. До этого на нем играл только знаменитый российский композитор Александр Чайковский. В Московскую филармонию, которую он руководит, из Германии прибыло два рояля. Один должен был остаться в столице, второй – уехать в Самару. Он мне позвонил, потому что они не могли выбрать. Он говорит, один рояль лучше другого. Причем тот, который мы оторвали от сердца, буквально, который мне больше понравился, уехал все-таки в Самару. Это лучший рояль в мире. Лучше нет. На 80% это ручная работа. Поэтому все инструменты, естественно, несут в себе индивидуальные особенности, которые будут раскрываться не сразу под пальцами разных исполнителей.
Рояль приобрели на средства областного бюджета благодаря национальному проекту «Культура». Его производитель – немецкая фирма «Stenway» со 165-летней историей. Она, как говорят специалисты, производит лучшие в мире рояли и пианино. Такие инструменты стоят на престижных концертных площадках Москвы и Питера. В Самаре на этом рояле будут играть лучшие российские и зарубежные музыканты, которые постоянно выступают в филармонии. У него приятный, очень такой хороший камерный тембр, который в любом случае будет для вашего зала. У вас зал очень хороший, очень такой камерное звучание у него. И мне кажется, что его будет даже нет необходимости подзвучивать усилителями. То, как звучит этот рояль, самарцы смогут услышать уже в январе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. 128 катков будут работать в Самаре этой зимой. Их зальют во дворах, у школ и в парках. Первые ледовые площадки уже готовы. В парке «Дружбы» каток просторный и комфортный. Для отдыхающих здесь сделаны пункты проката и заточки коньков. Скоро появится и Wi-Fi. Качество льда оценила наша съемочная группа. У самарцев Елены и Вячеслава сложилась традиция зимой каждую неделю выбираться на каток. Говорят, заряжаться на льду энергии. В этот раз они отправились в парк «Дружбы», чтобы оценить недавно залитый каток. Тут большой каток, елка, музыка. Очень классно, атмосферно. Именно вот на этом катке увидели объявление, что тут очень красочно, и музыка, и вот огни. Очень создает такое новогоднее настроение. Каток расположился в центре парка, его площадь более 2000 квадратных метров. Здесь все для отдыха и новогоднего настроения. Красочная иллюминация, яркая подсветка и нарядная елка. Рядом можно перекусить, арендовать и затащить коньки по демократичным ценам. Лед на катке будут ежедневно очищать и обновлять. А со следующей недели в парке заработает бесплатный Wi-Fi, чтобы отдыхающие могли сразу транслировать пируэты и двойные тулупы в соцсети. Особенность этого катка в том, что он бесплатный. То есть сюда может прийти любой желающий. Пункт проката и заточка коньков работают ежедневно с 10 утра до 22 часов. Катки скоро откроются во всех крупных парках Самары. В парке Победы, Юрия Гагарина, 50-летие октября. Общая площадь катков составит 15 тысяч квадратных метров. Такие ледовые площадки появятся на площади Куйбышева, на набережной и в городских скверах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре на третий маршрут вышел волшебный трамвай. Водитель и кондуктор стали сказочными героями. Как отнеслись самарцы к неожиданному новогоднему поздравлению, расскажет мэр Елчан. Рабочий день Глеба Евстифеева сегодня начался раньше обычного. У него особая миссия – вжиться в роль Деда Мороза, сменившего сани на трамвай. Это развлечение для него не ново. Так он дарит пассажирам новогоднее настроение уже четвертый год. С тех пор, как пришел работать в Кировское трамвайное депо водителем третьего маршрута. Почему бы и здесь будет не поднять настроение предновогоднее? Сколько вот детских улыбок, сколько вот взрослых. Все даже приветствуют. Вот, а даже пожилые дедушки, бабушками, да, вот идут, я приторможу чуть-чуть, позвоню, увидят, о, классно, вот это и все сразу растекается в улыбках, о, это такое, это счастье, это для меня. Большое настроение, чтобы оно никогда не прекращалось. Дед Мороз дарит пассажирам елочные игрушки и мандарины, кондуктор ему подстать в образе Снегурочки. Я так рада, что так все, с таким настроением я еду на работу. Вообще все здорово, и с наступающим вас Новым годом. Вот зашли, аж прям удивительно. Хорошо. Для людей это прям вот настроение поднимает. Очень приятно. Очень приятно, конечно, когда такое уважение к людям, дарят подарки. Перемен от Нового года ждет и директор ТТУ Михаил Ефремов. Так, для города планируется закупить 152 трамвая. Заявка в региональное министерство уже представлена. Все это сделано для того, чтобы поднять настроение нашим пассажирам. Ну, в преддверии Нового года мы всегда, вне зависимости от нашего возраста, мы всегда надеемся на какое-то чудо, на какие-то исполнения желаний. Трамвай третьего маршрута практически подготовлен к празднику. В ближайшее время все трамваи и троллейбусы украсят праздничной атрибутикой. И уже на следующей неделе ТТУ готовит еще более креативный рейс. Какой пока организаторы держат в секрете. Мария Елчан, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.
Отличного настроения и хороших выходных. До встречи!